Всем привет, ребят, с вами Blazer, и сегодня у нас такой мини-мини-мини-туториал будет о том, как сломать Bedrock. У меня под видео, там где топ-5 самых крутых, самых эффективных ферм в Майнкрафте, попросили, ну, под в комментариях попросили показать, как сломать Bedrock. Дело в том, что там была одна из ферм, которая находится выше ада, то есть за Bedrock'ом, вверху ада. Вот. Итак, чуть-чуть предыстории. В недавнем обновлении, ну, не совсем недавнем, но все-таки, ввели вот такое вот дерево, да, это темный дуб. То есть с одного ростка, по-моему, не растет, да, вы его будете долбить, он не вырастет. Вы должны посадить 4 штуки, и тогда вырастает вот такое вот дерево, да. И в нем заключается такая штука, я не знаю, зачем это сделали, но смотрите, вот у нас Bedrock, да. Вот обычный Bedrock, то есть, ну, он просто тут в один слой, но это для наглядности. Вот у нас, к примеру, вот сюда мы посадим дерево и семью. Ну, то есть осадим, да? Вот он выросло. Все, обычное дерево, ничего не сломалось. Теперь мы просто берем, убираем вот два верхних слоя дерева, опять садим сюда дерево и растим его до тех пор, пока не вырастет. Так, мы появляемся в листве. И, да, дерево проросло через Bedrock. Я не знаю, как это происходит и зачем это сделали, потому что, по-моему, ни одно из деревьев просто бы не выросло, а темный дуб, он вырастает. И теперь, если мы это все сломаем, давайте расчистим чуть-чуть площадочку. Вот, вы можете видеть, что Bedrock реально сломан. То есть я его не ломал, он просто сломался. Вот, ну и вот таким вот способом вы можете сломать Bedrock. Что ж, это был короткий такой туториал, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждите новых серий. Всем пока!